всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка Фантом. Как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классный режим, потому что пацаны будут защищать эту крышу и эту замечательную бомбу, а я должен буду подняться на эту крышу, взорвать ее и всех уничтожить. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. И не забывайте ставить лайкосик, подписываться на канал, потому что ролики выходят каждый день. Нормально, пацаны, я бегу уже на крышу, кстати, этот аниматроник бегает же, вы же не забывайте. Вам надо остановить. Ноль жизни. Тяжело, да, попасть, пацаны? А вниз можно спускаться? Ну да, только я буду убивать сразу, кто это будет делать. Ой, бомбы падают. Ну это у нас люди делают. Нормально, мне нравится. Начинаем лезть на крышу. За ВДВ. За ВДВ. Блин, говно, надо валить. Быстрее вали. Ого, но подбрасывает. Убил. Опять убил. Сначала, да что такое? Вторая попытка неудачная. Давайте третью попытку. А сейчас мы возьмем с FNAF 6. 8 тысяч жизней вообще. Это простое. Ну, давайте попробуем. Блин, меня крошка убила. Это обстоятельство. Ну ладно, спасибо. Хотя мало. А я могу издалека кого-то убить вот так вот? О, могу. Не надо. Лови патроны. Так оно на. Летит не в ту сторону. На тебе. На, крошка, тебя сейчас убьют. Ой. Я вниз. У тебя жизни много, ты читер. 3000 всего лишь. Да, это честно? У меня 99. Ты что, не на того вообще нарвался, чешо? У меня уже 1000. А, понятно, какое ока сделать. Сейчас. О, все-таки давайте попробуем взять его. Кого? А он быстро бегает. А я бегу, на работу в пиццерии. Пацанчиков мочить. Ну что вы в меня стреляете? Вы меня пригвоздили. Слышь, я потом возьму аниматроника, буду просто тпхаться в небо. А не надо. Как это не надо? На тебе. Все, патроны закончились. Ну ты, блин. Убил, наконец-то. Я вообще не знаю, я любое оружие использую. Тебя монтировка даже не убит. Привет. Где? Он бомбу активировал. Ракета полетела, ребята. Красиво. Я смог взорвать ее. Я хотел сначала, ну, подольше, знаешь, хотел как бы. Но я вижу, вы меня наказываете. Хорошо, давайте я вам еще одну бомбу положу. Это была бомба жестче. Слабая. Давайте жестче бомбу. Согласен. Давай, например, вот эту вот. Во. Вы ее зафристите, чтобы она не каталась. А то она сейчас укатится у вас. О. Ну что? Давайте, теперь я опять готов. Сейчас возьму другого аниматроника. Подальше залечу. Ой-ой-ой, вот это пацаны хотят меня уничтожить. Нафиг. Бомбу кто-то активировал. Она не взорвется, если нажать на нее просто, надо еще стрелять. Сейчас я поднимусь, пацаны, не ссыте, я иду. Он лезет. Я вижу. Просто все в дыму, ничего не видно. Где что? Где он лезет? А он с вашей стороны, он с правой стороны. Он где-то здесь, он здесь. Я слышу. Я уже с вами тут, пацаны, наверху. Одного наказал. Бежим. Он невидимый, наш. Маленький. Все, бомба живая. Ах ты ж. Бомба живая. А, нашел. Так, давайте немножко посидим, пацаны, пусть меня... Я спрыгнул с крыши. Я внизу. Да вот он. Где?
А чё миниган не работает? Где он? Здесь. Он наверху, походу, с вами уже. Нет. В окне где-то сидит, по-любому. Да. Вот как-то я так, сказал... пацаны, красиво? Очень. Ой, эпично, да. Вот это взрыв. А? Так, давайте еще, может... давайте еще один раунд. Вот это над дымом, над домом, к черной дымище. Вообще, давайте подальше, отлечу, покажу. Да, это реально, дом не видно. Вот тут радиация, кстати, уже не бьет. Офигеть. Это красиво выглядит еще. Это очень круто. Давайте я обнулю, то у меня радиация мочит. Да. Так, ну что, о, давайте теперь... Сейчас не могу. Ладно, давайте, хотел другой дом. Этот дом самый лучший, так как и поле, если вы видите, где что находится. А, ставлю вам опять... спауны. Сейчас, пацаны, будет бомба, которая мощная, самая мощная в этой игре. Мощнее просто нету. Вы будьте очень внимательным с ней. Это бомба 6 в 1. Это царь бомба, что ли? Да. 6 бомб в одной. Пацаны, не, я ее зафрижу. Вниз, пожалуйста, на помощь мне. Все, я иду вниз и буду опять на вас нападать. Ребята, напишите в комментариях, смогу ли я с первого раза взорвать эту бомбу. Нет, конечно. А, давай, ничего не... вот так, значит, да? Хорошо, да. Давай, я к ним. До седьмого дома, пожалуйста, можете. Ой, покажу, убит, он в воде, он в воде. А меня видно под водой или нет? Да, я за тобой же плыву. Это лоу-бит. Вон он в углу находится. Иди сюда. Ах, он улетел с воды. Нет его в воде. Ан, вон оно, возле здания. Мангл? Это не мангл. Это лоу-бит. А, я вижу. Страшно. Вот эта война на меня идет. Все, она на пол базы. Давай, иди сюда. Кто? Я тут, а ты где? Я прыгаю. Я прилетел с крыши. Массы нету здесь. Внизу его нету. Он тут. Валишь. Моя цель — долезть до крыши. Вот только я довожу до крыши, я попытаюсь взорвать бомбу. Каким-то образом, не знаю, каким еще. Да меня за что? Ну давай, Димка, я смогу. В бок, надо в бок. Меня пригвоздили, гвоздяки. Вот жопа, смотри, что я делаю. Так. Ну а, подождем, сейчас подождем. Сейчас... Ой, да. Все, хорошо, убили. Ой, воздушный удар. Кстати, бомба не взорвалась. Продолжаем, ребята, больше так не делайте, потому что бомба взорвется. Миниган заработал, елуя. Ого, вы, пацаны, мочите. Лови. На висит. Нифига что? Себе. Димас убил всех. Как? А мы двое. Не, я просто думаю, так далеко идти, я могу просто взять пистолетом. Вот это оно лупашит. Читор. Все. Да чё читер? Ну чё читер? Читор. Да не-не-не-не-не. Все хорошо, пацаны. Ладно, давайте последнюю бомбу вам ставлю. Меня прям очень лагает. Все, давайте, ставлю еще раз эту же бомбу. Нет, давайте вот эту вот. Все, летите на крышу. Сейчас я вам поставлю тут спауны. Ого, то я прикольнулся, да? Ну, чтоб весело было. Ну да, большая бомба. Нифига себе, у меня прям все виснет. А, все, давайте, я сейчас к вам иду. 10 секунд, и я нападаю. 10 секунд? Я да. Успею взять вот эту вот. Хотя не буду жестить. А я как турпик еще бегу, да? А, тут еще и задержка в жизни появилась. Едри. Я еще не могу возродиться, нормально. Где-то он возле дома. Он, да.
Наверное. Он внизу. Где, с какой стороны? Сижу на крыше, отдыхаю себе. Ой-ой-ой, пацаны. Кстати, не я взорвал, вы ее взорвали, я ничего не делал. И хитро то, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!